Всем привет! Я запускаю розыгрыш, в котором будет 5 победителей по 500 рублей. Чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, прожать колокольчик, ну и, конечно же, лайк на данное видео. Итоги подведем, когда на канале стукнет 1000 подписчиков. Я вас верю, ну а мы продолжаем. Так, давай за десяточку, за десятик. Ну, за 9600, поехали. Блин, если заряд X5 тысяч, будет классно. Братва, спасибо за лайки, спасибо, кто залетел. В телеге конкурс на 10 тысяч идет. Рубрика скоро начнется, но поехали. Блин, две зеленых, давай. Или два кубка еще. Давно я не сидел в нем. Он, кстати, в последнее время стал очень странно играть. Он в конце умудряется давать какие-то нереальные умножения. Вот в самом конце. А вначале полную шляпу делает. Вот я не знаю, как так. Так, ну тут зеленый не сыграет эти. Х2 зато. Первый раз зашел в этот слот, и с первого спина бонусный Х400 выбил. Так бывает. А потом можешь вообще тут нифига не выбить потом. Синьки играют, кубки. Ой, ребят, ну смотрите, кубков дофига. 340 рублей, 400 рублей, x3. Еще дай умножение, 500 рублей. Вообще хороший, хороший спин. По 90 рублей у нас 2500, блин, 500 рублей наиграло. x4 есть, еще давай сразу, пихай. Пихай еще, желтые есть. Нормально, видите, я говорю, ну начал что-то играть уже. x12. Неплохо. Сыграй, есть. Уже что-то играет. Вот люблю, когда вот так вот. Блин, два кольца розовых. Есть! 600 рублей, нормально, нормально. На. Ай, 700, еще. Еще. Блин, жалко, синие еще не сыграли. 700 рублей на X. X18. 13 тысяч, ребят. Первый занос сегодня. Блин, сейчас бы еще ретриггера зафигачить. Есть, хорош. Желтые, 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 желтые. Три спина еще, офигенно. Офигенно. У нас сегодня 22-е. 07-е. Нормально. Ой, 22-07 это время. А сегодня у нас как что за число? А, стоп, 22-е. 22-е что у нас? 22 июля. 21-04. Ну? Сыграйте. Есть, хорош. Синих две. Пихани. Блин, ребята, офигенная бонуска. Просто нереальная. Сейчас рубрику будем делать. 26 тысяч бонуска дала, прикиньте. Блин, одну зеленую, пожалуйста. Часы, одну зеленую. Хорош, все равно. Слушайте, не, дофига дала бонуска. Зеленый играет. Умножение, да, есть. Есть, 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 живем. А, блин, зеленая нет, одной не хватает. Хорош. 106. Ребят, ну это занос. Сколько множитель? 34046 делим на 96. Х354. Офигенно. Ребят, в Телеграм... Из Магадана. Руслан Ибаев, здорово, брат. Это просто традиция. Каждый... Ну. Ой, мамочка, да что случилось-то, ребята? Да что случилось? Так, главное мне громко не орать. Расскажу вам правду сейчас. Правду. После позавчерашнего стрима, вчера в обед, ну, после обеда, ко мне приходил сосед. Это, блядь, надо выключать быстрый спин. Приходил сосед. Он, знаете, не так за крики. Ой. 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 Хорошо. Приходил сосед. Он не так за крики. Предъявы мне. Ну, как бы соседи не особо уже не кидают предъявы. Там пару... Если были какие-то конкретные предъявы, понятно, что пришлось бы просто другую хату снимать. Искать другую хату и где-то как бы переезжать. А лучше даже не хату, а какой-нибудь подвал где-нибудь, чтобы слышно не было. Но не суть. Он, знаете, за что? Даже не предъява, это так было мило. Он просто спросил, слушай, у вас там все нормально? Что-то мы слышали падает громко. А это, ребята, я фокусы показывал. Помните, я тут деревья ломал в парке? Хач! Хач! Ой! Бабу бы вниз, шар бы в смысле вниз, и было бы еще X100. Ну, ребята, дайте ауры в чат. Ставка трешка. У нас уже произошел ретриггер. Это слот бомбический. Хорошие символы у нас выпали. 19 спинов. Алло, ребята. Вы представляете, он уже сейчас нам может дать просто 3 ляма. По-хорошему. Минималка. Ну, как минималка, конечно, я загнул. Ну, образно говоря. Так. Заноси, спасибо. Доброе утро всем. Доброго ранку. Всем, кто только проснулся, если такие здесь есть, ну надо ставить все равно. Ты, конечно, уже X50 дал, полплана сделал, но нам надо еще что-нибудь. Сколько я... Как я, ребята, чую, по чуечке-то? 3 слота по чуечке, как мы зашли, да?
Вот это и называется, когда ловишь волну. Это кайф, такое бывает редко. Часто бывает, что ты заходишь и ничего не дает. А вот такое бывает редко. У нас уже иксотка. Вай-вай-вай. Ретригер в студию еще один. Да, по-любому надо. Доброй ночи. Да, ребята, а кому не доброе утро? Кому доброй ночи, кто спать ложится, не переживайте. В повторе завтра спокойно посмотрите. Если будет забег, ну, пожелайте удачи кому-то из ваших, кто смотрит, из знакомых, из друзей, потому что они должны быть в этом забеге, если он будет. А забег все равно будет. Блять, хорошо. Кстати, забег может сейчас уже начаться. Смотрите, давайте на Аурим. Нам надо, ребята, для начала забега 500. Нет, уже меньше. Ебать, уже меньше, ёба. 420, 440, 400, еще король. Давайте на Аурим. Мне кажется, если после этого бонуса будет 2400, это будет отличный знак, топовый знак. Начать запускать забег. Крутить по 500 рублей ваши слоты. Радовать вас, дарить вам эти выигрыши и деньги. Вернее, хули ты пиздишь, дурной? Какие дарить? Ты людям просто... немножко хорош, даешь возможности, а ведь они-то заказывают сами, ребята. Тут даже не надо вот к забегу относиться, что ебать как-то так. Да, конечно, понимающие люди понимают, что мы на дистанции в минусе, но, ребята, вы же слоты-то сами заказываете. Вы кто заносит? Вот папа с ремнем, Razorshark, блять, 670к, я не понял, как так-то, блять, пока пизжу. А может быть еще ретригер, а? А может еще ретригер? Ебать, X200 просто по 3к, вайме. Фартовая аура к тебе летит, заноси, братан. Спасибо, Ванька Тимофеев. Фарту, спасибо, ребята, фарту. А давайте, ребята, для того, чтобы ретригер еще выпал, просто напишем фарту. Вот просто фарту. И это фарту не только мне. Короче, и я вам фарту желаю, кто катает или не катает. Просто вот живет в жизни и не хватает ему немножечко удачи. Удачи тебе, брат, удачи тебе, сестра. А игровым всем фарту, 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 фартук, 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 фартук. Ну... вообще, в принципе, забег прямо сейчас может начаться. Вообще легко, легко. Легко, 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 легко. Давай забег, брат, забег. Хотим забег, 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 забег. Да лезь, блядь, нахуй! Это вообще может ебать! Это вообще может быть рекорд, ребята. Спокойно, подождите, не торопитесь. Какой забег? Забег уже точно будет. Готовьтесь на забег. Ха-ха-ха. Кто-то спать хотел, кто-то хотел... Ебать, ну все, ну все, я молчу. Ребята, сейчас серьезная игра пойдет. Потому что баба у нас, баба. А как я уже говорил, я баб люблю. Ой, как я их люблю, а. Ничто так сильно в этой жизни не люблю, как женщин. Вот серьезно, ребят. Я не пизжу. Знаете, если б я пиздел, то, скорее всего, бы ретриггера бы сейчас не выпало. Он просто бы послушал бы и сказал бы, блядь, чё ты пиздишь? От не стыдно тебе, а? Пиздишь, сидишь, балаболишь. За это тебя накажу, не дам тебе ретриггер. А он подумал и посмотрел. А парень-то не врет. А парень-то не врет. А парень-то не врет. Ну вот если ты три женщины эти поставишь, это прям будет такой топарь. Ну топарь будет. Ребята, лям, блядь. Вот это говно дает... ну не дает, это отличный слот, этот отличный слот уже дает лям, блядь, по 3000. X300 с чем-то. Это что такое-то, а? Это как так? Бабу, блядь! Одну бабу, 300к! Ну я вас поздравляю, дорогие мои, забегу быть. Аплодисменты в чате. Вот сейчас, как никогда, нужен наш смайлик эксклюзивный. Нашу обезьянку в чат, в чат, в чат. Бабу! И бабу, и в чат, и обезьянку. Ребята, ну хорошо, вообще отлично, блядь. И главное, быстро-то как, а? Чат летит настолько быстро, что никто не узнает, что ты да. И еще 10 спинов. Блять, а прикиньте, если мы на стриме сейчас еще один ретриггер поймаем, и проходка пойдет дальше. Это ж будет просто историческая хня. Историческая хня. Знаете, что я сейчас вспомнил? Плей Фортуну. И занос вот этот Чарли Е Шансе. Там ставка была 4, а за... ну, все, блять. Братка, надо бы везти, вези. Видишь, бензина нету у нас. Бензина нету, они хотят стопать. Нет, я уже... очень сильно рад, ребята, и если даже сейчас все закончится, это невероятно крутой занос. Отличный занос, бешеный занос. Но я хочу, я так хочу, чтобы этот бонус не кончался, чтобы он дальше мчался и мчался за мною вслед. Тари-та-ти, тари-та-тира-тира-тари, тари-та-тира-тира-тури. Но надо шары, шары, шар, блядь, пожалуйста, братик. Давай еще откроем сову, а? Сову.
Это тоже хорошо. Отлично. 3 это где-то сколько? 90к. Все правильно. Это 90к просто. 30 их сдают за эту тему. Шар. Ну, ребята, 3 шанса на шар. На шары. Всего лишь 3 шанса. Окей. Очень нужны бабы. Да невероятно нужны. Я вот смотрю, он ни разу баб-то не поставил троих. Троих хотя бы баб ни разу. Может быть, за эти 2 спина он решил нас удивить. Решил удивить, брат. Наверное, решил удивить. Ну, удиви, если решил. Удиви. Баб. Шар, баб. Ну, ребята, это просто ебанёсся. Вы посмотрите, сколько бабок, блядь. Вай. Бунго. Мэджик бал, ночи бал. Ты кто, братан? Вот это очков наколотили. Я даже не знаю, сколько, ребята, сейчас будем смотреть. 32 тысячи, прикиньте. Я после этого заноса уже рядом с Алексеем стою практически. Такой, не, ну давай. Ну такой, а, может быть, все-таки это? Это байты, не ведись. Да я знаю, ребят. Зато, смотрите, я не повелся на байты, и у меня уже вместо 30к 62. Блин, тут ретриггера не будет. Ой, вилд хорошо. Вилды это всегда хорошо. Короли. О, 9к, хорошо. Ой, хорошо. 11к, ребят. Ну все, это занос. 1700. Есть. 14 тысяч. Блин, обожаю. Обожаю Джаз, вот просто именно смотреть бонуски, ты понимаешь? О-о-о-о-о! Фигали так много, x2, офигеть, ребят. Вот это я понимаю. x500 в Джазе, первый раз я так... Я не знал, что здесь так можно занести вообще. Просто, что? Сейчас, смотри, двойка. Мелянчук, Фёдор Омелянчук. 1-4 занос, братка, только один у нас. Один. Вай, это что такое, я ни разу не выбирал. Это хорошо, ребята? Ой, блядь. Тихо, подождите. Это что-то интересное может быть? Первый раз я вот это вижу, золотая. Саша Штык 3. Ладно. И 3. А, еще выбирать. Ваня Гоблин 7. Отставить. Есть 1, 2 и 4. Ну, конечно, Папин-Голар. Конечно, Папин-Голар, наш дорогой Олд, выбирает 2. Папин-Голар 2. И 4, надо было двойку выбрать. Ну, ладно, ребята, ладно, это тоже хорошо. Потому что золотая была. И сейчас еще здесь золотую и спинов 2 раза. Это такое бывает, интересно, нет? Ребята, спины выбираем, спины. Вика Чикида 1. Нормальная Вика. Вика красава, Вика молодец. Все молодцы. Е-бой. Запускаем. Такую я двойную бонуску еще не бачил. Братка, а ты бачил такую хоть раз? Ребята, кто из вас хоть раз такое бачил? И скажите, это всегда занос или это может быть наебка? Ну, вилда. Все. И монеты в жопу. Иксой мы закончили. А, нет, иксой мы не закончили. Икс-1000 и мы закончили, потому что там на 2 и на 2. Ой, блядь, это икс-4000. А ставка 2, 8 лямов. Мама, у меня сердце, почки, печень. Все прихватило. Только нам надо проходку-то делать. Проходку. Так. Вилды, блядь, вилд надо было сейчас. Ну ладно, три проходки. Угу. Трям-тям-тям. Закрывает топ-символ, Алёша. Ребята, 2 монеты надо добить. 2 монеты надо добить. Хорошо, и вилда. Ой, сука. Попутал, а? Показал и убрал. В касание забрал, а? Ну как вот так? Я знал, что такое бывает. X500 я ловил, братик. А, у X500, говорят, ловили. Ну, ладно. Так, кто поможет? Кто? Так. Бобер 163, вторую бери. Бобер это хороший парень с Дискорда. Это старый добрый жук. А, можно было много чего-то выбрать опять. Ну, ладно. Ну, бобер хорошо. Так. Цветные пупсики. Я выбираю номер один. Это наш выбор. Цветные пупсики номер один. Мало, плохо, но с любовью, надеюсь. Цветные пупсики. Ну вот, мне кажется, когда он второй раз дает поменьше спинов, наверное, уже. Но это пиздец, ребята, это максималка. Монеты в жопу. Ладно. Ну, наверное, иксотку он всяко разно должен накидать. Но куда у нас 6 спинов, 5 спинов? Монеты, блядь! Монеты можно? Ну что это за нос? Смотрите, за нос.
сколько вот этому? Ну, это немного. Это типа немного, но это все равно занос, потому что все на умножении. На уважении, на уважении. На каком умножении? Все на уважении. Монеты. Ой, пиздец. Топ-символа в жопу, и один раз его в жопу можно было. Ну, это сколько? Хорошо. Мало, но хорошо. Монеты. А проходки, ребята, два в жопу, его надо было. Ну, это получается, что, 80к? Ебать, это... А, было 80, сейчас 160. 130. А что-то обрезали. Монеты. Понятно. Ну, не пройдем. Конечно, не пройдем. Блядь, ну, хуёво. Ну, у нас уже 400к, ребята. У нас уже 400к, хорошо. Ебой! Ну, чё мы тут расстроились, что ли, а? Ну, и ладно. Ну и ладно, ребята, 400к. Причем бонус мы тоже с первых спинов поймали. Монеты, много монет. Эх ты, Вася, блядь. Ну ладно. Ладно, на. Там кто-то писал, что X500 ловил, ребята, с этой золотой картой. А мы скромные ребята из Иркутской области, родом из деревни. Просто забираем X240 и хорош. И хорош. Не будем жадничать. Оставим вот эти свои X еще 200 с чем-то другим игрокам, которые играют. Давай по 320. На проверочку закинем, как говорится, да? Там что будет, то будет. Iron Bank лучше. Ну, посмотрим сейчас. Может и фигануть бонуску, на самом деле. Не знаю. Левый, да, ребят? Наверное, да. Наверное, левый. Ну, конечно, правую неохота. Ну, блин, все мы знаем, что правая, типа, там, окей, может. Типа, она безопаснее. Ну, блин, как же левая охота, согласитесь. Тем более, по такой ставке, может, все-таки что-то поставить линию. Так, слушайте, 4 вращения, ребят. Целых 4 вращения. Вот сюда бы нам. Блин, вольты, какие вольты нафиг? Дай хороший символ. О. О! Ну это жестко, ребята. Вручную поймали. Вручную поймали. Блин, жалко по 320, а не по 385. Блин, офигеть. Наконец-то я что-то поймал. Хорош, Степан. Ребят. А? Как вам? Как вам такое? А? Блин. Чё ж ты его не поставил? Еще одного и 800к. А, вот, все понятно. Понял. Понял! 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 Понял, ребят, все понял. Не орём, соседи. Все понял. Все хорошо. Майский жук. Майский жук лучше новых двух. Пишем заклинание. Майский жук. Майский жук. Ребят, давайте вот это заклинание пропишем. Орать я больше не буду, не переживайте. Я специально буду сейчас себя придерживать, чтобы соседи не пришли опять. Майский жук лучше новых двух. Ну и, ребята, конечно же, те люди, которые получили подписки, пожалуйста, сейчас... Да не надо вам ничего, я сам сейчас все активирую. Поехали. Жук выпал, блядь. Жук выпал. Ну, типа не жук, но где других он жук, типа вот по такой же стоимости. Погнали. Наших городских. Ну, братик, лишь бы не пустая. Лишь бы не пустая. Ну, столько пустых. Ну, не может столько быть пустых. Я не верю, что пустые. Блять, как начал, а? Я не верю, что пустые. Два раза по три – зачет. Один раз по четыре – зачет. Один раз по пять – обоссаться какой зачет. Два раза по три – тоже зачет, братик. Тоже зачет. Зачет. Где зачеты, блять? Где зачеты? Зачеты ставим. Жопа. А прикиньте, он сейчас 5 поставит. Вот 5 поставит. Это ж сколько денег, ребята. Это ёбнешься, сколько денег. 5. Зачет. Ух, ребят. Братка, честно тебе скажу. Знаешь, у меня душа покоя мне не давала, что мы слили, блядь, лям нахуй. Да, вот так вот. Я слил 500 и... А сейчас, братка, прикинь, с каким кайфом мы пойдем народный делать. Вайме! И на гонку, и за народный, и еще чуть-чуть. Ну ладно. Блять, почти лям нахуй. Почти лям. Или лям даже. Или лям. Денег?
One Million, One Hundred, Sixy. Sixy. Прикиньте, блядь. На самом деле позанести. Блин, ребят, ну дайте ауру. Мне прям до этого плохие были бонусы. Спин-офф, 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 пихай, 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 еще, еще, еще. Блин, а это у нас 13, да, спин-офф? Ну, на 13 спинах я заносил сегодня. Давай, попробуем. Давай, ребят. Блин, минус спин. Слушайте, ну пустая уже не будет, походу. Вот сюда, дай, пожалуйста, вот сюда. Вот сюда, ребят, если даст. Ну, очень мало будет выплачивать. Хотя уже получше. Короче, вот сюда, либо вот сюда, и будет такая линия. Короче, вот давай, 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 еще, 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 еще. На четвертый барабан. Сюда, сюда. Что, может, сделаем, кстати? Хотя символы отстойные, блин. Блин, я так знал вот почему-то, что он туда поставит. Вот реально вам говорю, вот просто чуйка какая-то была, что именно там она и будет. Блин, какой же он шляпу ставит, я просто офигеваю. Два спина, да? Да. Такую шляпу он ставит сюда. Ну, их 100 есть. Оо, а вот это хорошо, ребят. Не зря сходил. А? Сразу, как вам такое? Как вам такое? Сейчас еще ходом, давай еще одну. Надо сейчас еще одну ходиком, и вообще нормально будет.